Есть упражнение, которое я всем сердцем люблю и до глубины души ненавижу. Люблю его за то, что можно делать его абсолютно везде, абсолютно в любых условиях. И оно нереально эффективное. Дает силу, дает баланс, улучшает вообще тонус всего верха тела. Оно минимально травмоопасно, при определенных моментах только несоблюдение техники можно себе навредить. Ну, собственно говоря, как и в любом деле. Но я его ненавижу, потому что оно тяжелое. Оно тяжелое и оно максимально объективное. Чем больше ты нарушаешь дисциплину, режим питания, сна, восстановления, тем тебе оно дается тяжелее. Чем ты больше, тем сложнее. И если даже вспомнить про то, что говорил сам Бронсон, неважно, сколько вы жмете над головой, главное, сколько раз вы можете сделать это упражнение. Если вы не можете его сделать ни разу, плохие новости. Вы слабы, и нужно с этим что-то решать. Я думаю, многие приверженцы и зрители канала уже поняли, о чем идет речь. Кто еще не догадался, подумайте немного и набросайте свои соображения в комментариях. Я же вам хочу сделать одну ремарку. Вы знаете, залы тренажерные придуманы, наверное, для того, чтобы людей лишить возможности тренироваться всегда и везде. Вот приковать их к какому-то определенному месту. Все эти тренажеры, кажется, жизнь без них абсолютно нереальной для многих обывателей спортзала. Я тоже вас подсадил на гирю, и для многих кажется, что тренировка без гири это тоже уже не тренировка. Я тягаю гири, я их делаю, я загружаю вам видео, вы их регулярно смотрите. Но сейчас хочу очередной раз напомнить, и в том числе самому себе, об этом упражнении. Я сейчас его пойду делать, а вы пока можете поддержать меня комментарием или чем-то более серьезным. Для этого все ссылочки в описании. Сейчас хочу сделать срез, потому что, ну реально, я его давно не практиковал. Это отжимание вниз головой упражнение. Попробую максимум. Гравитация беспощадная сучка. Напишите, кто сколько может сделать. И я сейчас при весе за 90, ну, по-моему, 8 раз затащил, если не сбился. Сделал это видео для себя, наверное, чтобы была заметочка о том, что нельзя это упражнение выбрасывать из обоймы. Если... И да, честно, это, к этому видео спасти... Подтолкнул, вернее, один комментарий, когда написали, что у тебя руки сильные, ну, как бы так оно и есть, не будем это отрицать, но плечи слабые. Вот давай ты как раз, комментатор, который это написал, пришли в Телеграм мне, сколько раз ты отжимаешься вниз головой, без дрычков, без качков, а вот в такой манере. А потом мы посмотрим. Так что, как-то так, до скорых встреч. Пока-пока, плечи вроде сильные на данном этапе жизненном.